Установка универсального антискола «Стрелка». На примере Kia Rio 4-го поколения рестайлинг. С 2020 года выпуска. Разработан специально для предотвращения образования сколов и микротрещин лака красочного покрытия на стыке ветрового стекла и крыши автомобиля. Перед установкой обязательно протрите поверхность спиртовой салфеткой. Салфетки предоставляются в комплекте. Руководствуясь нашей видеоинструкцией, определите начальную точку установки. Отклейте не более 1 сантиметра защитной пленки. Зафиксируйте антискол продолжительным нажатием. Далее, не отклеивая защитную пленку, плотно приложите антискол на расстоянии 5-10 сантиметров. Удалите защитную пленку, не отрывая зафиксированный участок антискола. Затем с умеренным усилием приклейте сперва верхнюю часть антискола. Потом с угла поворота, примерно под 45 градусов к ветровому стеклу, разглаживайте боковую часть антискола, тем самым удаляя остаточный воздух между поверхностями. Поскольку антискол имеет клеящуюся основу, наклеивать рекомендуется при температуре окружающего воздуха не ниже 15 градусов. We'll be right back.
не отрежьте ножницами. Данную продукцию вы можете приобрести в интернет-магазине компании-производителя. Прямые ссылки на сайт и товар находятся под видео.